Ом, друзья, приветствую. Меня зовут Ванин Владислав. И сегодня я проведу для вас общеукрепляющий комплекс по хатха-йоге. Присаживайтесь, пожалуйста, в любое из доступных положений с прямой спиной, со скрещенными ногами. Прикрываем глаза, макушку вытягиваемся вверх. Подворачиваем кончик языка к верхнему небу. Набхи-мудра. И выполняем несколько циклов ровного, спокойного дыхания. Настраиваемся на практику. Ровный, спокойный вдох. Ровный, спокойный выдох. Убираем все беспокоящие мысли, проблемы из головы. И все наше внимание стараемся направить на предстоящую практику. Хорошо, будем постепенно начинать. Традиционно с троекратной мантры ОМ. С очередным вдохом через стороны поднимаем руки вверх над головой, ладони вместе. А выдох опускаем намасте перед грудью. И глубокий вдох. Троекратная мантра ОМ. И в завершении мантры короткое простирание, наклон вперед. Затем возвращаемся в исходное положение. Еще раз макушкой вытягиваемся вверх и с прямой спиной начинаем с разминки шейного отдела. С выдохом опускаем подбородок к груди, со вдохом запрокидываем голову назад. И продолжаем, сочетая с дыханием. Завершаем постепенно, возвращаем голову в центр, макушкой вытягиваемся вверх и затем скрутки в шейном отделе. С выдохом поворачиваем голову в сторону, вдох, центр, выдох, противоположная сторона, вдох, центр. Завершаем также. Вытягиваемся снова макушкой вверх, боковые наклоны, выдох, наклон. Ухом к плечу, вдох, возвращение в центр, выдох, противоположная сторона, вдох, центр. Завершаем, макушкой еще раз вытягиваемся вверх, делаем полный вдох. Опускаем подбородок к груди и на протяжении длинного выдоха выполняем полное круговое вращение в шейном отделе. Как только выполнили полный круг, подбородок снова коснулся груди. Со вдохом приподнимаем голову в центр. И затем опускаем подбородок к груди снова и с выдохом в противоположную сторону также полный круг. Аккуратно проходим все области шейного отдела. И таким образом 2-3 раза повторяем в каждую сторону. Также совмещая с дыханием. И, друзья, напоминаю, что во время выполнения каких-либо упражнений, либо асан, все свое внимание мы направляем на ту область тела, с которой работаем. И
если будете замечать, что ваше внимание уходит на какие-то мысли посторонние, постарайтесь его возвращать к практике. Это до некоторой степени важно. Хорошо, постепенно завершаем, возвращаемся в исходное положение, макушкой вытягиваемся вверх и с очередным вдохом руки через стороны поднимаем вверх, пальцы переплетаем в замок, выворачиваем замок к потолку, вытягиваемся замком вверх, макушкой вверх. Все, тело хорошо вытягиваем и несколько покачивающих движений, затем из стороны в сторону. Завершаем. Хорошо. Затем выпрямляем руки перед собой и разминаем запястья. Движение кистями вверх-вниз. Из стороны в сторону. Большие пальцы в кулаках, круговые вращения в одну сторону, в другую. Пальцы рук переплетаем между собой и также круговые вращения в противоположную сторону. Хорошо, затем переплетаем пальцы рук между собой таким образом, чтобы у нас тыльные стороны ладони были направлены в противоположную сторону и выворачиваем запястье внутрь, наружу. Затем меняем крест рук, другая рука теперь сверху. Продолжаем разогревать кисти. Хорошо, постепенно завершили, встряхнули руки, если это необходимо для снятия напряжения. Прямые руки перед собой, разминаем предплечья, вращаем их вперед, назад, в разные стороны. Хорошо, завершаем. Пальцы рук укладываем на плечи и затем разминаем плечевой отдел вращениями также вперед, назад. Перед основным комплексом мы выполним несколько упражнений суставной гимнастики, чтобы хорошо проработать все тело, разогреть его. Противоположные стороны. Хорошо, завершаем. И затем мы приподнимаемся. Стопы располагаем на ширине таза. Ладонями поддерживаем себя либо под поясницу, либо руки на поясе. И затем выполняем несколько круговых вращений тазом в одну сторону. Постепенно увеличивая амплитуду, в другую. Хорошо, завершаем. Затем стопы соединяем вместе, сгибаем ноги в коленях, ладони опускаем на коленные чашечки и разминаем колени. Также вращаем их в одну сторону, аккуратно, очень травмоопасные суставы. В другую. Затем стопы разводим примерно в полтора раза шире таза, сгибаем ноги в коленях и вращаем внутрь. Наружу. Хорошо, завершили. Стопы на ширине таза, руки на поясе, сгибаем правую ногу, поднимаем вверх и несколько сгибаний-разгибаний. Постепенно стараемся
пяткой правой ноги достать до правой ягодицы. Хорошо, завершаем. И несколько круговых вращений в одну сторону и в другую. Хорошо, завершаем. Левую ногу можно встряхнуть, снять с нее напряжение, если необходимо. И также сгибаем левую ногу. Несколько сгибаний, разгибаний. Вращение в противоположную сторону. Хорошо, завершаем. Подтягиваем левую ногу ближе к себе, обхватываем руками голень и разминаем голеностоп. Движение вверх-вниз. Из стороны в сторону. Круговые вращения в одну сторону. В другую. Хорошо, и затем переходим в балансовую асану, в рикшасану. Левую стопу стараемся расположить в основании правого бедра. Если тяжело пока дается, то левую стопу опускаем чуть ниже. Раскрываем левый тазобедренный сустав, левое колено направляем в сторону. Выбираем любой из доступных вариантов. Чем ближе будет пятка к промежности, тем лучше. Прямая спина, любое из доступных положений рук на намасте перед грудью. Кто идет дальше? Руки через стороны, поднимаем вверх, выпрямляем. Для того, чтобы легче было удерживать баланс в балансовых асанах, напомню, что лучше выбрать какую-либо точку на стене, либо на полу, и все внимание сосредоточить на этой точке. Кто идет дальше, стараемся взгляд также направить вверх. Хорошо, постепенно завершаем. Руки через стороны опускаем вниз, левую ногу также вниз. Сгибаем правую ногу, подтягиваем к себе. Голеностоп вверх-вниз. Из стороны в сторону. Круговые вращения. В противоположную сторону. Теперь правую стопу располагаем в основании, либо чуть ниже. Раскрываем правый тазобедренный сустав, прямая спина, любое из доступных положений рук поза дерева в рикшасана. Успокаиваем свой ум. Хорошо, руки через стороны опускаем вниз, правую стопу на коврик. И далее стопы у нас расположены на ширине таза. Со вдохом руки через стороны поднимаем вверх, пальцы рук переплетаем в замок, еще раз выворачиваем замок к потолку, вытягиваемся замком вверх. Макушка вверх, все тело в одной прямой линии. Затем левой рукой захватываем правое запястье, вытягиваемся руками вверх и с выдохом наклон в левую сторону. Тянем правую боковую поверхность, взгляд из-под руки вверх, лопатки в одной плоскости. Со вдохом возвращаемся в центр, правой рукой захватили левое запястье, вытянулись вверх сначала и с выдохом наклон вправо. Вдох, центр, пальцы рук переплетаем, замком асимметрично вытягиваемся вверх. Кто идет дальше, переходим на носочки. Опускаемся на пятки, руки через стороны вниз. Руками поддерживаем себя под поясницу. Напрягаем обязательно ноги. Напрягаем сначала икры, бедра, в завершении ягодицы. И только после этого выполняем прогиб назад. Хорошо, со вдохом вернулись в центр. Выдох, наклон вперед до параллели с полом. Руками упираемся в бедра над коленями. И
Поочередно выпрямляем руки, вытягиваем боковые поверхности спины. Затем руками локтевой замок, чуть глубже уходим в наклон, расслабляемся. Ноги прямые. Хорошо, затем расплетаем локтевой замок и глубже уходим в наклон. На первоначальных этапах возможно согнуть ноги в коленях, опустить живот на бедра, руками обхватываем заднюю поверхность голеней и, не отрывая живота от бедер, стараемся выпрямить ноги. Здесь будет важна не прямота ног, а чтобы живот оставался на бедрах. У кого хороший наклон, приподнимаем стопы и подкладываем под стопы ладони тыльными сторонами на коврик. Хорошо, постепенно завершаем и со вдохом медленно и плавно с округлой спиной приподнимаемся. Голова приподнимается в последнюю очередь. Хорошо. Соединяем стопы вместе. Макушкой вытягиваемся вверх. Затем пальцы ног подтягиваем на себя и расставляем пальцы ног таким образом, чтобы захватить максимальную площадь коврика. После чего плечи поднимаем вверх и круговыми вращениями отводим их назад. Грудной отдел толкаем чуть вперед, копчик подаем чуть вперед, большие пальцы в кулаках. Подбородок параллелен полу. Прикрываем глаза, тадасана, поза горы. Убедитесь, что у вас все тело находится в одной прямой линии. От пяток через копчик до макушки, все в прямой линии. Стоим уверенно и неподвижно, как гора. Хорошо. Постепенно завершили. И затем мы продолжим наш комплекс, сделав несколько кругов Сурья Намаскар. Приветствие солнцу, традиционная йогическая техника. Стопы вместе, ладони перед грудью в намасте, прямая спина, настраиваемся на практику. Если вам будет тяжело во время выполнения упражнений, то можете передохнуть, либо в своем темпе. Стараемся также каждое упражнение совмещать с дыханием. И с очередным вдохом руки через стороны поднимаем вверх. Небольшой прогиб назад, взгляд вверх. Выдох, наклон вперед. Со вдохом правой ногой широкий отшаг назад, поза бегуна, взгляд перед собой. Выдох, левая нога назад, Адха Мукха Шванасана, собака мордой вниз. Первый круг можно сделать с слегка согнутыми коленями. Хорошо, задерживаем дыхание, либо делаем довыдох и опускаем колени, грудь, подбородок на коврик. Таз остается на весу, локти к корпусу, аштанга намаскар. Со вдохом перекатываемся в собаку мордой вверх, Урдхва Мукха Шванасана. Выдох, собака мордой вниз снова. Вдох, правая нога, шаг вперед к рукам, поза бегуна. Подшаг левой ногой и выдох, наклон. Вдох, плавно приподнимаемся, небольшой прогиб. Выдох, намасте. Вдох, выдох. Вдох, еще раз прогиб. Выдох, наклон. С левой ногой шаг назад со вдохом, взгляд перед собой. Правый выдох, Адха Мукха Шванасана. Сгибаем колени, опускаем их на коврик. И также грудь и подбородок, аштанга намаскар. Задерживаем дыхание или делаем довыдох. Вдох, переходим собаку мордой вверх. Выдох, собака мордой вниз. Вдох, левая нога, шаг вперед теперь.
Под шаг правый наклон, выдох. И вдох, приподнимаемся, прогиб. Выдох, намасте. Вдох, выдох. Вдох, прогиб. Выдох, наклон. Правый шаг назад, вдох. Левая собака мордой вниз, выдох. Аштанга намаскар. Задерживаем дыхание, либо до выдох. Вдох, собака мордой вверх. Выдох, горка. Правой ногой со вдохом, шаг вперед к рукам. Подшагиваем левой ногой, выдох, наклон. И вдох, приподнимаемся, прогиб. Выдох, намасте. Сразу вдох, прогиб. Выдох, наклон. Левый шаг назад, теперь вдох. Поза бегуна. Правая, выдох, горка. Аштанга намаскар. Урдхва Мукха Шванасана, вдох. Адха Мукха Шванасана, выдох. Левый шаг вперед, вдох. Под шаг правый наклон, выдох. Вдох, прогиб. Выдох, намасте. Вдох, выдох. И завершающий круг. Чуть побыстрее. Вдох, прогиб. Выдох, наклон. Правая нога назад, вдох. Левая собака мордой вниз, выдох. Аштанг намаскар. Собака мордой вверх, вдох. Адха Мукха Шванасана, выдох. Правый шаг вперед, вдох. Подшагиваем левый наклон, выдох. Вдох, прогиб. Выдох, намасте. Вдох, прогиб. Выдох, наклон. Левая назад, вдох. Правая, выдох. Аштанга намаскар. Урдхва, вдох. Адхо, выдох. Левый шаг вперед, вдох. Правый наклон, выдох. Вдох, прогиб. Выдох, намасте. Вдох, выдох. Восстанавливаем дыхание. Хорошо. После чего мы из этого положения, стопы находятся у нас вместе, делаем широкий отшаг назад левой ногой. И стараемся отстроить стопы так, чтобы у нас пятки находились на одной прямой. Если тяжело, то, соответственно, разводим их по ширине коврика. Левую стопу разворачиваем в сторону под 45 градусов, правая направлена вперед. Сгибаем правую ногу в колени, закрываем таз, руки в стороны, большие пальцы в кулаках. В правом колене угол 90 градусов, если тяжело, делаем чуть тупее. Взгляд перед собой, либо прикрытые глаза, Вирабхадрасана 1. Со вдохом ладони над головой соединяем вместе. Хорошо, раскрываем таз, сгибаем правый локоть, опускаем на правое колено и левой рукой накрываем себя сверху таким образом, чтобы у нас левая рука с левой ногой образовали прямую линию. Утхита Паршва Конасана, взгляд из-под левой руки вверх, либо прикрытые глаза. Кто идет дальше? Правую ладонь опускаем с внутренней стороны правой стопы, левая рука в той же плоскости. Выбираем доступный вариант на данный момент времени. Кто идет еще дальше, можно левую руку завести за спину, правую под правое бедро и постараться соединить руки в замок.
Хорошо, постепенно завершаем. Разворачиваем левую стопу, опускаем левое колено на коврик, подъем стопы на коврик. В правом колене у нас угол остается 90 градусов. И со вдохом левой прямой рукой вытягиваемся вверх. С выдохом левый локоть заводим за правое колено. Намасте перед грудью, скрутка, компенсация. Кто идет дальше, можно выпрямить левую ногу, оторвать колено от коврика. Кто идет еще дальше, можно также выйти в замок, правую руку за спину, левую под правое бедро. Хорошо, аккуратно завершаем. Опускаем левое колено на коврик и затем раскручиваемся. В правом колене угол 90 градусов также остается. Правый локоть теперь опускаем на правое колено. Сгибаем левую ногу, захватываем стопу левой рукой и стараемся пятку левой ноги прижать к левой ягодице. После чего толкаем правое колено вперед до ощущения вытяжения передней поверхности левого бедра. Друзья, и в каждой асане мы стараемся доходить примерно до 70-80% усилий, то есть до уровня дискомфорта. Стараемся придерживаться золотой середины, не доводить до боли, но и также без аскезы не находиться в асане, то есть определенный уровень дискомфорта должен быть 70-80% усилий. Хорошо. Раскрепощаем левую ногу. В правом колене также угол 90 градусов остается. И из этого положения левое колено стараемся отвести максимально назад. Чувствуем вытяжение передних поверхностей бедер. Со вдохом руки через стороны собираем над головой. Ладони вместе. Небольшой прогиб назад, взгляд вверх. Анджанасана. Кому тяжело держать руки над головой, опускаем их на правое бедро. Кто идет дальше, руками через стороны тянемся к коврику, сохраняя прогиб в пояснице, стараемся пальцами рук достать до коврика. Хорошо, аккуратно завершаем. Убираем прогиб в пояснице. Выпрямляем правую ногу. Левое бедро отстраиваем перпендикулярно коврику. Правая нога на пятке, носок на себя, спина прямая, вытягиваемся макушкой вверх со вдохом и с выдохом уходим наклон вдоль прямой правой ноги, Ардха Триконасана, поза полутреугольника. Стараемся с каждым выдохом уйти чуть глубже, также напоминаю, 70-80% усилий. Хорошо, со вдохом плавно приподнимаемся, толкаем правую пятку чуть вперед и с выдохом наклон. Вдох, еще раз приподнялись, толкнули еще чуть дальше, выдох, наклон. И таким образом доходим до примерно 80% усилий. Некоторое время задерживаемся в крайнем положении. И плавно завершаем. Сгибаем правую ногу. Опускаем правое колено на коврик. А правую пятку мы упираем в основание, либо
в середину левого бедра, в зависимости от уровня на данный момент. Ладони на коврике, макушка вытягиваемся вверх. И кто идет дальше, стараемся согнуть левую ногу, захватить левой рукой. И после чего ногу отводим назад, либо двумя руками. Хорошо. Завершаем постепенно. Правое колено отводим назад. Затем ложимся животом на коврик. Переплетаем руки в стороны, таким образом, чтобы у нас правая рука находилась снизу, левая сверху. Руки прямые в стороны. Ладони на полу. Поза стрекозы. Старайтесь не перепутать. Правая рука снизу, левая сверху. Работаем с правой частью тела. После чего, помогая себе стопами, с выдохом накатываемся чуть вперед. Стараемся лоб опустить на коврик. И некоторое время находимся в этом положении. Хорошо, приподнимаем голову, откатываемся назад. Правая рука у нас остается в том же положении. Левая рука уходит вдоль тела, прямая назад, ладонью вверх. Тыльную сторону ладони опускаем на коврик. И после чего сгибаем правую ногу и отводим ее в сторону, таким образом, чтобы она у нас лежала на внутренней поверхности бедра. Колено примерно под 90 градусов. Если тяжело, соответственно, угол делаем меньше. Подготовительная асана, после чего мы стараемся левым плечом дотянуться до правой руки, головой мимо правого плеча до коврика. Хорошо, еще раз приподнимаем голову, сгибаем правую руку в локте, подкладываем запястье под подбородок. Затем сгибаем левую ногу и захватываем левой рукой. Стараемся пятку притянуть к ягодице. Кто идет дальше, выпрямляем правую ногу в сторону, насколько это получается. И задерживаемся в этом положении. Хорошо. Затем раскрепощаем левую ногу, правую руку и приподнимаемся. Затем выходим в планку. Делаем вдох, выдох, нижняя планка. Со вдохом перекатываемся в собаку мордой вверх, а выдох — собака мордой вниз. Из этого положения сгибаем ноги в коленях и левой рукой широкий шаг вперед к рукам. Аккуратно приподнимаемся. Отстраиваем также пятки на одной прямой по возможности. Расстояние между пятками — длина вашей прямой ноги. Правая стопа под 45 градусов направлена в сторону, левая вперед. Сгибаем левое колено. Теперь угол 90 градусов, либо, если тяжело, делаем угол тупее. Закрываем таз. Руки в стороны, большие пальцы в кулаках. Вирабхадрасана 1. Со вдохом ладони вместе над головой. Чуть поглубже присаживаемся.
Хорошо, сгибаем левый локоть, опускаем на левое колено. И теперь правой рукой накрываем себя сверху таким образом, чтобы правая рука с правой ногой находились в одной прямой линии. Утхита Паршва-Конасана. Кому нагрузки недостаточно, опускаем левую ладонь с внутренней стороны левой стопы. Правая рука в той же плоскости находится. И кто идет еще дальше, правую руку за спину, левую под левое бедро, замок из рук. Хорошо, завершаем постепенно. Разворачиваем правую стопу, опускаем правое колено на коврик, подъем стопы на коврик. Угол в левом колене у нас 90 градусов. Со вдохом правой рукой вытягиваемся вверх и с выдохом правый локоть заводим за левое колено. Намасте перед грудью, скрутка, компенсация. Кто идет дальше, выпрямляем правую ногу, отрываем колено от коврика. Кто идет еще дальше, выполняем также замок левую за спину, правую под левое бедро. Хорошо, завершаем постепенно. Раскручиваемся, опускаем правое колено на коврик. И теперь на левое колено опускаем левый локоть. Сгибаем правую ногу, пятку подтягиваем к ягодице. И толкаем левое колено вперед, вытягиваем переднюю поверхность правого бедра. Хорошо, раскрепощаем правую ногу, сохраняя угол в левом колене 90 градусов, правое колено отводим назад, чувствуем вытяжение в передних поверхностях бедер, и со вдохом руки через стороны поднимаем вверх, ладони вместе, небольшой прогиб назад. Кто идет дальше, руки вдоль тела опускаем вниз, сохраняем прогиб поясницы, стараемся пальцами рук дотянуться до коврика. Хорошо, завершаем постепенно, убираем прогиб в пояснице, выпрямляем левую ногу. Правое бедро вертикально вверх, левая нога прямая на пятки, носок ноги на себя. Макушкой вытягиваемся со вдохом вверх и с выдохом уходим в Артхатриконасану на другую сторону, наклон к прямой левой ноге. Стараемся с каждым выдохом уйти чуть глубже. Хорошо, со вдохом мы чуть приподнимаемся, толкаем левую пятку чуть вперед, а выдох, наклон. Вдох, приподнялись, толкнули левую пятку еще дальше, выдох, наклон. И таким образом доходим до примерно 80% усилий. Хорошо, сгибаем левую ногу. И упираем теперь пятку левой ноги в середину либо в основание правого бедра. Левое колено на коврике направлено вперед, ладони на коврик, макушку вытягиваемся вверх. Сгибаем правую ногу, захватываем правой рукой и ногу тянем от себя, либо двумя руками. Хорошо, завершаем. Левое колено отводим назад. И снова ложимся на живот. Теперь левая рука снизу, правая сверху. Стрекоза, руки прямые, ладони на полу.
И с выдохом помогаем себе стопами накатиться чуть вперед и опустить голову на коврик. Хорошо, приподнимаемся, откатываемся назад. Левая рука у нас остается в том же положении. Правая рука уходит назад, прямая ладонью вверх вдоль тела. Сгибаем левую ногу и отводим ее в сторону, примерно угол в колене 90 градусов. И теперь стараемся правым плечом дотянуться до левой руки, а головой мимо левого плеча к коврику. Хорошо, еще раз приподнимаем голову, сгибаем левый локоть, запястье заводим под подбородок, сгибаем правую ногу, захватываем правой рукой, пятку тянем к ягодице и задержимся в этом положении. Кто идет дальше, выпрямляем левую ногу в сторону. И постепенно завершаем, раскрепощаем сначала правую ногу, сгибаем левую, раскрепощаем левую руку. Затем сгибаем ноги в коленях, руками захватываем себя за голени и стараемся на некоторое время оторвать грудной отдел и бедра от коврика. Дханурасана, поза лука. На несколько секунд потянулись максимально высоко и аккуратно опускаемся на коврик. Хорошо, приподнимаемся, ноги проносим вперед, сгибаем левое колено, направляем его вперед и заводим правую пятку за левое бедро. Если тяжело делать согнутым левым коленом, выпрямляем левую ногу и то же самое выполняем с прямой левой ногой. Затем стараемся сесть так, чтобы у нас обе седалищных кости находились на полу. Прямая спина, макушкой вытягиваемся вверх. Со вдохом левой рукой вытянулись вверх и с выдохом сгибаем левый локоть, заводим его за правое колено, скручиваемся в правую сторону. Артха Матсьяндрасана, правая рука сзади опорная, но вес тела мы в нее не переносим. Она лишь помогает удерживать баланс. Взгляд направляем вдоль правого плеча назад. И подключаем глубокое дыхание вниз живота, выполняем массаж внутренних органов. Хорошо, аккуратно со вдохом возвращаемся в центр и меняем положение ног. Теперь правая нога у нас согнута, правое колено направлено вперед, либо с прямой правой ногой мы заводим левую стопу за правое бедро, обе седалищных кости на полу находятся, прямая спина, макушка вытягиваемся вверх, со вдохом правой прямой рукой вытянулись вверх, с выдохом правый локоть за левое колено, взгляд вдоль левого плеча назад, глубокое дыхание вниз живота.
со вдохом возвращаемся в центр. И будем переходить к комплексу перевернутых асан. Друзья, напомню, основные противопоказания. Это у нас проблемы со спиной, проблемы с шейным отделом, недавно перенесенные травмы либо операции, очистительные дни у женщин, высокое либо низкое кровяное давление. Если какие-либо из противопоказаний у вас на данный момент есть, то вы можете просто лечь на спину и расположить прямые ноги вверх либо вдоль стены, либо просто подержать прямые ноги вверх. Очень позитивно выполнять перевернутые асаны после основного комплекса. Либо вы можете выполнить суптабадхаканасану, это так называемая поза связанного угла, либо поза бабочки лежа. Стопы мы соединяем вместе, опускаемся на спину и руки выпрямляем за головой, стараемся, чтобы колени у нас постепенно опускались на пол. Таким образом находимся некоторое время. У кого нет противопоказаний, присаживаемся в начало коврика и аккуратно полукувырком заносим прямые ноги за голову в позу полугахаласана. На начальных этапах вы можете поддерживать себя руками под поясницу. Кто идет дальше, руки мы располагаем вдоль коврика в противоположную сторону от ног, либо соединяем их в рычаг и направляем в противоположную сторону от ног. Халасана, поза плуга. Далее, поддерживая себя руками под поясницу, аккуратно ноги поднимаем вверх. Из ладони формируем чашу и в чашу из ладони опускаем таз. Ноги вертикально вверх. Таз лежит в чаше из ладони примерно под 45 градусов по отношению к полу. Випарита карани. Кто идет дальше, переходим в позу березки, либо позу свечи, саламба сарвангасана. Выпрямляем все тело в одну линию, ладони под лопатками. Хорошо, затем снова поддерживая себя руками под поясницу, аккуратно опускаем таз на коврик, стопы на коврик, ноги согнуты в коленях. Затем приподнимаем таз, руками поддерживаем себя под таз, выходим в полумост. Кто себя уверенно чувствует, на некоторое время выходим в полный вариант моста. Ладони по обе стороны от головы, соответственно, выпрямляем руки. Хорошо, аккуратно завершаем. Поддерживаем себя руками под поясницу. Ноги поочередно выпрямляем вверх. И с выдохом заводим их снова за голову, в халасану. Кто идет дальше, сгибаем ноги в коленях. Коленями обхватываем уши, карна педасана. Либо остаемся некоторое время в халасане. Хорошо, кто сгибал ноги, выпрямляем их. Либо руками поддерживаем себя снова под поясницу, либо руки вдоль коврика в противоположную сторону. Со вдохом плавно начинаем приподнимать ноги вверх. И с выдохом аккуратно позвонок за позвонком раскатывая на коврик. Опускаем ноги вдоль коврика вниз. Хорошо, ноги прямые. Руки лежат вдоль тела. И опираясь на локти, чуть сгибая локти, приподнимаем грудной отдел и голову
Затем запрокидываем голову назад, опускаем макушку головы на коврик. Компенсируем шейный отдел матсиасана. Ладони можно расположить под седалищные кости, либо оставить их вдоль тела. Вытягиваем переднюю поверхность шейного отдела. После перевернутых асан компенсируем. Затем снова опираясь на локти, приподнимаем грудной отдел, голову и опускаемся на коврик. Сгибаем ноги в коленях, обхватываем руками, подтягиваем к себе и несколько перекатов плавно, без рывков, из стороны в сторону. Вперед-назад. И затем переходим в шавасану. Выпрямляем руки и ноги, разводим их примерно под 30 градусов по отношению к телу. Ладонями вверх. Кто не выполняет шавасану, присаживаемся в любое из доступных положений с прямой спиной, со скрещенными ногами. Друзья, кто будет находиться в шавасане, основная наша задача — это расслабить все наше тело и пронаблюдать за ощущениями в теле после практики. Кто находится в медитативном положении, можно прикрыть глаза и пронаблюдать также за ощущениями в теле, либо за своим дыханием. Для тех, кто находится в шавасане, пройдемся по основным группам подвижности вашего тела и постараемся их дополнительно расслабить. Пошевелите и расслабьте вашей правой стопой, левой стопой, левой голенью, правой голенью, правым бедром, левым бедром. Почувствуйте, как ваши ноги полностью расслаблены. Затем пошевелите и расслабьте правой кистью, левой кистью, левым предплечьем, правым предплечьем, правым плечом, левым плечом. Почувствуйте, как ваши руки также полностью расслабились. И также пошевелите и расслабьте мышцами живота, мышцами спины, груди, мышцами шеи, мышцами лица, языка. Все мышцы и все ваше тело полностью расслаблено. Друзья, постарайтесь не отвлекаться на какие-либо возникающие мысли, проблемы также. Все внимание на ощущениях в теле после практики, либо на вашем дыхании, либо на какой-то из других точек концентрации. Мрита мудра, отдыхаем.
Хорошо, друзья, постепенно возвращаемся в эту реальность. Глаза пока лучше не открывать. Пошевелите, пожалуйста, стопами ног, кистями рук. Также руками за головой можно вытянуться, как после пробуждения. Хорошо вытянуть все свое тело. Стопами ног в противоположную сторону. Затем соединяем ладони перед грудью. Интенсивно растираем их до появления тепла. И укладываем теплые участки ладоней на область вокруг глаз. Массируем аккуратно данную область, передаем тепло. Также можно аккуратно промассировать глазные яблоки, поверхность всего лица. После чего глаза можно открыть. Затем сгибаем ноги в коленях, обхватываем руками, максимально подтягиваем их к себе. И затем раскидываем руки и ноги в сторону, как в шавасане, резко расслабляемся. После чего, помогая себе руками, через ту или другую сторону перекатываемся и присаживаемся в любое из доступных положений с прямой спиной, со скрещенными ногами. И будем завершать нашу практику традиционно троекратной мантрой ОМ. Со вдохом через стороны руки поднимаем вверх, ладони вместе над головой, а выдох опускаем намасте перед грудью. И в благодарность всем учителям настоящего, прошлого и будущего, которые оставили нам инструменты для саморазвития, троекратная мантра ОМ. Глубокий вдох. И в завершении мантры короткое простирание, наклон вперед, в знак взаимного уважения. И затем возвращаемся. Друзья, благодарю вас за совместную практику. Обязательно старайтесь регулярно заниматься йогой, и не только хатха-йогой, а всеми аспектами. Но перед этим постарайтесь изучить определенные нравственные предписания, яму и нияму. Хатха-йога является очень мощным инструментом, который дается далеко не всем. Если вы имеете возможность заниматься йогой, это очень благая карма, так скажем. И эта возможность позволяет вам, претерпевая, постепенно, потея и прикладывая к себе усилия на коврике, пережить те кармические ограничения, которые вы все равно бы пережили в жизни. То есть у вас есть альтернативный вариант, постепенно прорабатывая свое тело, пережить те проблемы, которые могли бы у вас проявиться в жизненных обстоятельствах. Это альтернативный, более гуманный способ избавиться от своих кармических ограничений и долгов. У некоторых людей такого варианта даже нет, к сожалению. Поэтому, друзья, постарайтесь заниматься своим телом, своим умом регулярно. Благодарю вас за совместную практику и до новых встреч. Ом.